Всем хэссэм, Гоствульф, и сегодня мы будем продолжать играть в Case Animatronics, вторую часть, само собой. Значит, сохранение не прошло, поэтому мы будем дергать все заново, да? А как это? Я уже управление нахуй забыл, все, блять. Бежали. Куда нам надо, я не помню. А он сюда по коридору. Двери закрыты. Опять игра тормозит, блять. Сука, второй кулер поставил. Вроде, блять, продувает, пиздец как. А нихуя не помогает, ничего. Так, там газа нет, значит, там туда. Логично, логично. Так, я нихуя не вижу. Да я думаю, не надо мне нихуя видеть. Убьют, так убьют, блять. Так, что это? Wait. Дожди, потом беги, да? Так, надо дверь дернуть и потом под стол резко. Хуяндок. Кошка не видит свету. А я вижу кошку. Благодаря этому же свету. Теперь надо посмотреть, куда кошка свалила. Она. Понял? Пошла проверять. Ай, блядь! Ну я что, увидел, что ли? Сука, ай, блядь. Давно не играл, честно. Я очень, блядь, ой, сука. Честно скажу, очень давно не играл в хоррор, и теперь боюсь в два раза больше. Блядь, по-моему, я сейчас умру нахуй от сердечного при... Кто, блядь, ух, сука, ты меня еще пугаешь, гандон. Блять, умру от сердечного приступа, я серьезно, блять, это пиздец. Это реально пиздец. Как от нее, блять, убегать? Она же пиздец. Спалит все вообще, всю контору. Спокойнее будь, поняла? Ну, собственно, ждем. Пока она уйдет вообще отсюда. В коридор пошла. Прогресс. Главное, чтобы регресса не было сейчас. Но я думаю, отсюда уже не услышит. Чё это? Можно вопрос? Куда мне идти, блядь? Двери, блядь, двери. Двери, двери, бля. Двери, двери, блядь, и чё? Хуй мне ваши двери. Нихуя, блядь, непонятно. А нахуй нам не нужен интернет ваш? Сюда. Вот сюда нам по стрелочке идти надо. Exit. Пойдем на exit. Чтобы открыть дверь, мне нужен вентиль или генератор. Я видел. Вентиль нахуй не нужен. Где он был, по-моему, тут. Блять, не пугай. Петрильник 6. Чё это было?
А, ну ясно. Отсюда бык, блядь, вышел. А, красный дым. Я боюсь, красный дым. Нет, это не то. Значит, нам в красный дым. Мне нужен результат, мистер Диджи. Хватит проявлять сострадание к этим существам. Иначе вы сами примете участие в своих экспериментах. И? А, сюда. Я не вижу, блядь. А, фонарик. Лол. Тут поработали специалисты. Проводка вся сгорела. Чтоб их... Я это точно не починю. Надо искать вентиль. Блядь, ты гениален, братан. Как никто другой. Ах, блядь. Ладно, пойдем искать вентиль. Сохранение тут прошло, блядь, не вижу. Подожди, это театр. Воу. И чё здесь? Это не вижу нихуя. Пиздец. Ищи, говорит, блядь. Вентиль. Вообще поебать, что ты, блядь, будешь искать, но вентиль найди, блядь. Где хочешь, блядь, там ищи. Молодцы, блядь. А, пизда, сохранение прошло. Это, блядь, не к добру. Бля, ну тут только один проход здесь, сука. Я не хочу туда идти. Там страшно. Бля, ну поход придется. Ну ладно, пойдем сюда. Так, нихуя нету. Тут и чё? Тут и чё, нихуя ты чё, понимаешь? Да. А здесь, а? Тут, а здесь, а? Тут, а здесь, а? Нихуя нету тут, а? Ни тут, а ни здесь, а, блядь. И как мне этот ебаный вентиль искать? Я вам, блядь, что, специалист? Ну как, блядь, ну как? Пизда ебаная, блядь. Пизда не трахана. Да, сука, хватит так дышать. Страшно ведь, блядь, не могу. Блядь, двери какие-то. Матерь, блять, его ебатерь. Ой, сука. Блять, ну я не думаю, что нам надо идти в предыдущую локацию. Надо искать где-то здесь, блять. Ну это было бы логично на самом деле. Вот где, блять, здесь? Ебись как хочешь, да? А, кстати, мы же не искали на креслах там. Вентилятор этот ебаный. На креслах пытаться найти, да? Это чё? Хуйня какая-то. Так. Да я твою мать ебал, сука. Куда идти, блядь? Было бы логично спрятать его здесь. Но его здесь нет, блядь. Его нету здесь. Где вентиль, блядь, уёбок? Ну, ёб твою мать, а. Как это играть, блядь? Блять, загадки на полтора часа, заебало уже. Как хочешь, блядь, и где хочешь, ищи, блядь, и хуй свищи, сука.
Блять, хуй ты, падла, нагнетаешь. Ну где, блять, он? Где, нахуй? Ну вот, блять. Здесь на складах его нет нихуя. Здесь, блять, не тыкается ничего. Чё, блять, откуда выдирать мне его, нахуй? Ебать, туда в начало бежать, что ли? Выдирать его. Вентиль. Это, блять, очень нелогично, я бы сказал. Ну, блять, видимо, так. Пойдем. Блядство, разврат. Хуя не видно. А, ну, блядь, сохранение прошло. Хуевенько. Хуевастенько. Сюда. Блядь, она здесь. Да ёб твою мать. Бля. Не, по-любому идти до того прохода. Чё, блядь? Чё, блядь? Здорово, братан. Ага. Кого наебать-то хочешь? Лох педальный. Короче, от него надо, блядь, давать дёру нахуй, чтобы он, блядь, не поймал. Как это делать, я хуй знает. Блять, резкий пиздец. Иди сюда, чмо. Давай сюда, бля. Блять, там еще и кошка. А, блять, он сломал стену. А, сломался лох ебаный. Добегался Сашенька, блядь, дурачок. Так, ждем еще одного такого прихода и бежим. Теперь бежим. Чем быстрее, тем лучше. Он выбил дверь, туда, значит, ныряем. Блядь, на складах... Ой, блядь, на складах от него... О, вентиль, 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 вентиль. Сломайся, блядь, сломайся! Ай, блядь, курва. Курва-матка, блядь. Здравствуйте, блядь. Вы из компании Reflame, да? Мне нахуй не нужны ваши, блядь, интернеты. Мне нахуй не нужен интернет ваш. Надо эту мразь запутать, блядь, как-нибудь. Не знаю, как-нибудь, блядь, запутать эту курву. Во! Быстрей, 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 сюда, блядь. Так, дальше не убегу. Надо опять ждать, пока он здесь пройдет. Здравствуйте. Не, мне не нужны ваши крема, блядь, хуйма, все, до свидания, блядь. Блять, куда бежать?
еще шанс. А, фак. Так, эта хуйня от меня не отстанет. Поэтому надо оторваться у нее в кинотеатре. Ай, блядь, не ебать, нихуя. Ой, сука, быстрее нахуй от нее. Дёру, блядь. Блядь, не сюда! А куда, блядь? Мне пизда. Нет? А где, блядь, вентиль? Куда ставить? Я забыл уже, блядь. Блядь. Я серьезно, я забыл, блядь, куда вентиль ставить. Ебать, дёру нахуй от него. Вон туда бежать надо. Блядь, не оторвусь нахуй. Давай, блядь, давай, сука! Быстрее, блядь! Фух, ёбаный крот. Блять, сам побегал нахуй. Лично. Все ясно. Так, зеленый дым нахуй. Нам же туда, верно? Ёб твою мать. А здесь-то чё? Здесь-то куда? За бас бустит. Это бас бустит. Я многим рисковал, поддерживая вас. Генерал собрался закрыть проект. Молитесь, чтобы этот оказался лучше предыдущих. Подготовьте следующего. Блять, я только что вспомнил то, что я снимаю именно окно, блять, своего компьютера. То есть экран. Не игру, блять, а экран нахуй снимаю. Вот я еблан нахуй, короче, тупой. Придется как-то это обрезать. Как это я делать буду? Хуй его знает, блядь. Ой. Так, прибережем силы, блядь. Побежим уже потом, когда будет от чего бежать. Логично? Логично. Все время вперед, ни шагу назад. Блять! Ебаный уродство! Ой, сука. Этот газ просто чудо. Ага, блядь, чудо нахуй то, что я сейчас скопычусь к хуям, блядь. От следующего приступа. Вот, блядь, все обрадуются. Ой, чудо какое случилось, блядь, газ нахуй. Пошел. Трубы горят, блядь. Ой, сука. Блядь, опять куда-то идти, да ебать его рот. Почему экран посинел? Почему рот в черной теме? В темной, извините. Фу, блядь, слава богу, вроде все. Чё, блядь? Чё за коза? Или баран? Кто это, блядь, было? О, сука. Ебать, аж мурашки по коже. Нихуя себе, меня ёбнуло как смачно сейчас. Бе-бе. Врач, священник, домохозяйка, полицейский. Чёрт,
Я могу заставить их поверить, что они в полицейском участке. И хули толку? В смысле? Блять, еще новый, сука! Волк! Блять, он дверь открывать умеет! Ах! Пизда. Ладно. Всем спасибо за просмотр, пишите коммент под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Не забывайте про новые ролики, благодаря колокольчику рядом с подпиской. Всем спасибо, всем пока.